Молодые учителя в возрасте до 35 лет могут рассчитывать на социальные выплаты по ипотечному кредитованию. Под программой «Ипотечное кредитование молодых учителей» в Челябинской области включена в областную программу «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Участниками данной подпрограммы могут быть молодые учителя, независимо от стажа работы в возрасте до 35 лет включительно, признанные нуждающимися в жилых помещениях. Узнать условия участия в подпрограмме можно в администрации Копейского городского округа. Также подробная информация представлена на сайте администрации города.